Я шпиц. Дай лапу. Вот так вот. Молодец. Надо посмотреть, чтобы они отписали. Как связь, как связь? Как связь? Алло, алло, алло. Космос. Так. Дожди, может, там свет горит. Смотри, как свет. Почули за это пишет. Связь заебись. Ой, извиняюсь. Где Дарья? Что, Дашулечка? Ну, само я случайно, не знаю, да, как-то вообще вышло? Да. Они пишут, я повторяю. Все живете, разыгрывайте 100 штук. У кого прогресс будет больше? Прогресс в чем? Пока все видно. Пельмени, вот пельмени. Вот, вот еще один пельмень. Ну, что ты говоришь? Вот пельмень за щекой. Почему так поздно едите? Мы проснулись. Да нет, на самом деле, мы просто были на соревнованиях. Как ты предлагаешь это все? Вот. На. Да. Как бы цапоят. Ой, и чем там еще у вас? Протеинами? Нет, я там блинчики разыгрывала мне даже. Да ладно? Да. Вау. Ой, смотри. Пока пониже не будет. А блинчики простые? Или какие-то? У меня обычные блинчики, да. То есть не эти сами? Не притянула. Хотя мне один раз лоники положили, а потом такой толстенный вообще. Я видел как-то его макало в варенье. Видел, что я ела? Да. Чуть не подошел ко мне. Там сняли все и все. Да ладно. Ну где-то на стульчике сидел. Давай сперва съела все упаковку макарон с двумя котлетами. Я видел, что блинчик ел. Потом же ела и блинчик. И блинчик. Варю пельмень. Видите, на вас посмотрели, уже люди варят пельмени. Мотивируем. Народ. Вари пельмени. Даешь пельменям народ. Сделай пониже. Сорян, еще упадет. Вот я так как бы все время, знаешь, он через 3 минуты у меня падал. Вот, у тебя уже 1700 этих. А, он пьет кофе, пьет. Он пьет кофе. Чудесный собака. Что за пельмени, какой фирмы? Так, что за мясо, спрашивают у вас. Это я любила. Покажи, приезжайте в Махачкалу на море. Вот нас приглашают в Махачкалу. Махачкала, все, едем. Собака, бриц. Опять я. Блин, да, черт побери, ты был прав. Падает, может, он облокотит просто на кубок как-нибудь. Чурка что-нибудь заметит. Ой, все, тут никого не видно. Одна почурка будет. Тут. Теперь. Ничего, как там связь? Ништяк. Ты мой сладкий, мой, блядь, ты куда? Как не пугай меня. Уже никто не подписывается. Привет! С Херсона. Знаешь, где это? Это, да какой лимит? Это дома Wi-Fi такой. Нет, там уже не Wi-Fi. Это уже лимит пойти? Пошел. Короче, так. Что предложишь? Так, мои предложения. Да, пачка, гениальная мысль. Задави. Намылить вот эту хрень. Давай, намыли хрень. Держите тогда, сейчас пошла руку намыли. Руку намыли? А что, если намыли, тебе, наверное, это будет лучше, да? Мне кажется, ты преувеличиваешь. Кстати, как тебе тайская мыло? Очень круто. Да? Мне нравится. Я моим лицом. Да? Это уже интересно. Я хер какой-то херни лицом мою. Ну, очень. А что ты хочешь, примешь? Ты тоже на него смотришь? Будем надеяться, что в этот раз конструкция выдержит. Выдержит конструкция? Ладно, так связь, как связь? Хьюстон, Хьюстон. На елочку. Тедя Дэнни. Так, что значит? Это значит, тедя это, Дэнни. Это значит капец. Отличная связь. Вот, вот. Да, конечно. Когда в Крым? Когда Крым к нам, тогда и мы в Крым. Это уже не то, что не интернет, не Wi-Fi. Херово пишут.
Нет, должно быть все нормально. Серега, давай в кроссфит. В кроссфит. Хочешь, Серега? Черт, у нас не... Нет, невозможно нас смотреть. Приятненького. Что еще? Вали оттуда, тебе говорят. Может быть, от тебя говорят. Сволочи. Сколько можно жрать? Уже 3 часа прошло. Так мы тут настраиваем этот интернет. Все 3 часа жрем. Серега, знаешь, Дима Петрова, как думаешь, какое место займет на Кубке Шанькина? Не знаю. Какой он займет. Дарья Супер-женщина. Серега, когда будет новый выпуск? Смотри, это Супер-женщина. Просто звук. Даже Даша пьет газировку, удивляются люди. Я пельмени и пью газировку. Там. 2 дня я могу позволять себе все, что угодно. Там были буцаны налиты вообще. Давай трени на плечи. Да. А ты уже не поешь, блин. Я беременна. Даша беременна. Как так? Смотри. Ты хочешь покушать, мой маленький? Не успела прочитать. Серега, размотай бредони. Знаешь, что такое бредони? Че? Бредони? Бредони. Бредони. Знаешь, с этим бредонием? А кто это? Это запрещенный препарат. Господи, боже мой. Да, на Шарапову сняли его. Что сняли? Шарапову сняли в соревновании и вообще... Сняли Шарапову. Приезжайте в Казахстан, в ЕКБ то не приедете, то приедем. В ЕКБ то к вам приедем. Ну, куда к ЕКБ? О, собака к Сереже хочет. Она хочет пельмени просто. Сереже хотят все, потому что. Ну, кроме пачки. О, ничего себе, так. Вот они воняют, и он чует просто. Они не воняют, они пахнут. Ну, пахнут, да. Это пельмеши. Так, Серега, размотай бер. Блин, у Даши телефон немножко треснутый. Это портупея называется, для тех, кто не знает. Давай к нам на ФИБА в Германию. Я уже пропуск купил. Это не ромчик случайно. Я все равно звался в Германию. Че там, блин, на ФИБА нашим делать? Так что мы там собирались? Конкурс какой-то, да? Нет. Ты так резко ответил, что значит нереально нечего сказать. Никаких конкурсов. Вот что выглядит реально. Нет. Красное. Это вот это, наверное. Мне кажется, когда мужчина говорит нет, это значит. Ты что, просишь так? Ну что, я можно сяду я? Да. Присаживайтесь. Мотиватор. Ну давай просто в Германию. Ребята, ложитесь отдыхать. Что там в Германии делают-то ваши? А что, давай сидим в Германии? Да у нас уже и так планов. Что в Германии делать? Ничего нет. Куда-нибудь в Мюнхен, в Гамбург. Какие-то, значит, города. Штутгарт. Берлин. Шмаркарт. Не всем Шмаркарт. Кюхенбекер. Шрабардвор. Качки. Если ты походу тоже качок. Качка. Арабов будем разгонять. Франкфурт вот подсказывает. Рады, что Крым Россия. Нам пофиг вообще. Ой, а что сейчас сказали, что можно в Белоруссию ездить или куда в этот без визы теперь? В Белоруссию уже давно можно ездить. А куда еще сейчас? Не виза. Без визы страну какую-то открыли? Да, да. Ну, не знаю. Может, и открыли. Это из-за того, что Турцию и Египет закрыли, так может, еще кого-то открыли. В Молдавию. К цыганам поедем. Туда не нельзя. Что-то аккуратнее. Кусается? Да, нет, он чё, не что за пачка еще? Кто такая? Пачка в кармане. Значит, если есть. Да, пачка делает ногти. Пачка не воняет, воняет, творческий это? Человек. Или это соус? Вы что, не знаете Олесю Пачку, что ли? Мертвыми какими детьми. Мертвыми котятами. Мертвыми воняет. Ну что там еще? Весь халявный спортпит пытается сожрать. Да.
Мы хотим все сожрать. Стоит ли в Питер переезжать? Летом стоит. В другое время тут хреново. Нет, если вы влюбились, то вы приезжайте в Питер в любое время. Если вы влюбились. Да, условие такое. Из Таиланда. Приезжайте в Питер из Таиланда. Питер — это же город романтики и булки. И большое количество булок. Что-то я решил закрыть. Прямо хочу подработать. Такая, знаешь, я не ем ничего. Шторка. Мам, я ем только последний день. Честно. Честно, честно. Извините, мам, я не смогу за этим проследить. Сережа будет следить. Сережа, да, будет следить. Слово маникюр. По Сережной диете мы нормально взяли третье место. Среди... Эй, ты, блин. С огромного нет, его шерсть не летит. Нет, аж это слинялое было. Ну, может, пару капелек. Замечательно. Еще нам пару капелек соплей мочили. Что такого-то? Ничего страшного. Что естественно, то не безобразно и вкусно. Ну да. По такому принципу... Спасибо за фотку большое. Да, понравилось? Нет, ну спасибо. Ай-ай-ай, щекотно. Нет, почему нас... Нет, красивая фотография. Мы долго выбирали. Да, но мне там лицо как у буха-буха-бух-бух. Да мы так и думали, что ты до чего не докопал. Серёж, ну скажи ты ей. Что вам сказать ей? Что фотка хорошая, но лицо там... Вот извините, какая уродилась. Ну, какая уродилась. Ну да. Я тебе говорю, что там были... Где там вот так вот волосы лежали. Надо было вот такое убрать. Мы наоборот думали, что ты засрёшь это. Ну, спасибо, очень приятно, сам для мамы подарю, ей понравится. Черт. А что пишет? Да, почемучка, спасибо, правда, мне очень приятно, что ты, малышка. Даша на бодимании, да, что там было? Чего? Знали, что-то там про СКА тренировки какие-то тебя спрашивают. СКА тренировки? Че СКА тренировки? Я не тренирую никого. Че ты так этот самый вот букву огромную сделал? А что ты там делаешь? Снялся, тренируюсь. Ну я потренировываю, но очень редко. А ты не была в СКА? Очень избранно. Не была. Очень избранных. Ты вспомнишь, что мы с тобой в среду тренируемся? На бодимании. Да. Да, мы видели Дашу там на бодимании. А я не помню. Сегодня снимал сюжет на бодимании, ходил, блин, 2 часа там брал интервью, и в итоге видео не выйдет. Смотри, как Лиз смотрит на твой бутерброд. Сейчас на сгущенку. Какая сгущенка! Еще и с ложки с общественной. Хай! Как это он? Сладкое, не надо, только булку. Сладкая. Сладкая. Еле вытащила из рта. Злая мамаша, злая. Хватил, не дает сладости никому маленькому. Ну какие жизни такое вообще, а? Сладкого не дает. Так, что там, Серега, когда майки? Да, кстати, майки надо себе сделать. Сейчас она... Налей-ка пяточку себе еще чуть-чуть. На моем. Себе или тебе? Что-то не поняла. А это что, доешь кого-то? Ты не доела чуть-чуть. Так, что, где видео Миронов, блядь? Сделаем скоро, сделаем. Они такие агрессивные. Ну, матерись, да. Сколько у Даши бицух? Мы мерили уже в прошлом перископе. У меня уже 42. Загрузил. Посмотри, как у меня вот течется сейчас, да, реально? Посмотри, ты видишь? Посмотри. Вот булки дают жару, а? Офигеть, смотри, реально. Я тебе говорила, надо было сидеть на Сережной диете. На диете до конца. Да, мне ты сказал, не грузись. Ну, я вышла плоская. Смотри. Чего после пельмени 35 уже, так. Думаешь? 35, или ягодка опять. Так. Ну что там еще? Серёж, скажи всем, что я младше тебя. Даша младше меня. Я врать научила. Даша младше меня. Вот. Спроси у своих читателей, как они отмечают по необычному день рождения. Может, они подскажут нам супер способ, как можно отметить мой день рождения. Как можем отметить Пашкин день рождения? Пишите в комментариях.
Так, прочитали и вид сделали, что не видят. Что прочитали-то? Ну, что прочитали? Знаю. А где инфу можно прочитать про вызов гостюлина? Это можно сказать, в моем теле. В сауне. Вообще оригинально. Просто. Но. В сауне. Взять Яги и пойти в парк. Ну, это какой-то студент, наверное, нам с общежития пишет. Ты думаешь, может, это самый успешный учитель? Не жайте. Ну, это же собака. Да? Вонять как пацана. Так мне еще кормить его сладостями, чтобы зубы не гнили. Все хорошо, собака. У него камень образуется. Может, будет вкусно поживет. Вот видите, из-за вас перестали писать. Да, потому что не простите его. Даша сегодня какое место? Даша не первая. Даша всегда сегодня первая. Сегодня Даша первая, да. Вчера была третья. Сегодня первая. У Даши больше бить моего. Это вот кто откуда знает? А, он померил только что? Мурманск. А мы же в Мурманск поедем, да? Да, 26-го. Мы поедем в Мурманск, так что мы едем. Ты хочешь? Кто-то написал. Мы, конечно, поедем. Ребят! А если будет у нас возможность остаться немножко, задержаться, кто готов нам в Мурманске показать Северную Пальмиру? Кто нам что готов показать в Мурманске? Ну, прикольно же. Конечно, прикольно. Предлагают нам на день рождения оргию замутить. О, отличный вариант. Все, заканчиваем пересказ. Что ж до день рождения? Зовем. Давайте все 130 человек к нам на оргию. Будем есть пельмени. Такой таз сварим. А что постараюсь, это девочка со стороны Калининград. Когда спрашивает Калининград? Я не из Мурманска, но подъехать не могу. Но... С Орги в Чехию сказали сразу. В воздушном шаре написали, может, полетать. Холодно будет еще в воздушном шаре. Мне кажется, ну, ну а прикинь, вот так вот, не дай бог, что-нибудь в этом небе. В этом шаре. И все, оттуда не денешься. Это не лифт тебе спуститься да. Вниз. Будешь там там надо дуть в эту трое в квартире не стесняются собаки. Я почуля танцует, почуля танцует. И делает ногти собака. Нет, ну я иногда качаюсь до шули. Вот в среду будем качаться. Бой мути. Бой мути. На день рождения. Как может, день рождения? Может, 20 мая. Может быть, мы все будем просто драться на ринге по очереди. В грязи. Да. В грязи давай драться. Сиганите с Тарзанки в Сочи. Ну, неинтересно. Мне кажется, там не 80 метров, там 200 метров. Нет, не пересматриваю. Нет, там, на самом деле, в Тарзанке, там в Сочи это самая большая Тарзанка. Ну, 200 метров. Шилов тебя потренит. Кто такой Шилов? Да, там говноблогер один. Такой же, как я, только чуть покруче. Только чуть покруче? Ну, чуть покруче в плане, у него подписчиков больше там. За счет чего? Да он давно снимает, он мог снимать. Я с ним в Таиланде встречался. А что снимает? Он готовился к бою там. Его вызвал блогер на бой, он там... А что, прям дрались? На, я тебе чай сделал. Дом... Спасибо большое. А ты себе налила? И он там не, 3 месяца готовился. Воздушный шар. Опять же, что еще? На 300к. ЖКТ с пельменями. А что ты со мной вместе снимаешь? Что такое ЖКТ? Желудочный кишечный тракт. А у меня удалили кишечник. Да. Да. Вставили трубочку, и с трубочки все сразу же вываливается. Серьезно, что ли? Ну. А вот что такое, что да? Шутка, я не знаю. Ты что, верите, что я всякую хрень несу уже? Ну, значит, всякую хрень несешь. Ты порой это редко несешь всякую хрень. У меня сегодня настроение такое, что? Так, почему пачка? Чего воняет, я не понимаю. Это моя фамилия. Это моя фамилия. Ну-ка, вздохни. Я? Так воняло, что ли? Ну не воняет, у тебя душевка несет. Ну-ка, давай сюда. Ну-ка, вдохни на меня. Собака. Да от него так далеко не воняет. А от кого воняет рыбиной как? От меня, может быть, тогда. Да ты-то при чем вообще тебя нюху? Нет, от тебя духами пахнет. Значит, у него изо рта так воняет. Да не воняет у него изо рта так. А от счет откуда? Я же знаю, что там понюхай его просто полностью вот так возьми. Да. Ну-ка давай. Плюнь. Можешь нос зажать ему, что надо? Да. Это не человек. Ну прям не знаю, может это что-то испортилось или жить тогда пахнет. Вот эти теперь мешай.
Перемешайте все, больше не будем брать. Я замерзла. Не в этом месяце уже точно. Смотри, какие розы мне. А, ты же видела вчера. Рыбка, и что там? Холмить. Вонючая песчина. Как Бобика зовут? Лис. Лис. Так, нормально, джемы, 0 калорий. Блин, какие большие сообщения. Хорошие джемы, ребят. Ес булку. Джем. Ну да. Джем булт уже с завтрашнего дня начнется поедаться потихонечку. Сексом пахнет, говорит. Чтобы ваш секс рыбы вонял вот такой. Все к черту вообще. Это как это, да? Чтобы у вас еда так сексом пахло, да? Чтоб тебе мужики так давали, как ты мне лабутены. Чтобы я этого хлеба в доме не видела. Так, так, так. Привет с Иркутской Федерации бодибилдинга. Пачку запрягли, да, как коня. И-ха! Ой, спасибо тебе. Попила тебе, спасибо. Пожалуйста. Гошан на Бали, чего? Если вы смотрите все трансляции, он сегодня вел трансляцию с Бали, что спрашивает? Он там фотки выкладывает, все и так понятно, где он. Я пачку ебала, она не очень. Класс вообще, просто супер. Зачем ты читаешь это? Я специально тебе прочитала. Пошел вон отсюда. Подлец. Разгильдяй. Так, чаще. Так, вообще на 0-0 ЗОЖ. А сейчас столько времени уже? Нет, вот пачка ЗБС. 23-0. 23.01. Ребят, ЗЖЗ. На самом деле мы последние деньги расслабляемся с Сережей, да? И потом будем опять жрать. Да, он вообще-то всю жизнь в кругосветке, по-моему. И у нас завтра будет диета уже, да? Сережа всегда будет. Да, у меня такой. Или у нас традиция пельменный ребенок. Показать? Пельмешного сыночка. Бупс. Так и что в итоге-то с днюхой, блин, делать? Очень не. Что нам делать с днюхой 20 мая с пачками в Санкт-Петербурге? Уже не знаю, что придумать, а? Может, пойти? Рейв, может, нам? Может, на набережную пойдем пить это? Я видел, кстати, продается очень интересное изобретение, такой столик на набережной. То есть из дерева, там вот так кладется, получается такой столик, туда оттягли бутылки. И можешь стоять на набережной пить. Очень... А может просто Макдональдс и Перископ тогда? Очень прикольно, да? Вот мой день рождения с вот этими бутылками. Макдональдс, ты серьезно, что ли, это поняла? Можно покататься на лошадях. Можно пойти на рыбалку. Бикосма. 20 мая купаться. Позовешь на дыре. А что предложишь, я подумаю. Или какой подарок подарить? Да, что вообще подарить пачке? Девушке надо дарить вот такие дурацкие штуки. Я хочу. Нет, я хочу. Духа Джимми Чу, я айфон хочу. А еще на Бали хочу. Загощаться ты не хочешь? И по щам хочу. Я сразу этого дедушка, который в трусах, помнишь, танцовал? Корявый который. Ты еще что-то дедушка какой-то, я говорю, по-моему, говорю, плохо у него, ну, такой инвалид. Чего? В лифаке такой, знаешь, тусял. Он не дедушка. Не дедушка вроде, такой мужик какой-то. Это моя фамилия, что непонятного? Фамилия пачка. Что непонятного? Сколько можно задавать вопрос? День вкусняшек. Что там пишут? Пачка, это Космоби, да, это Космоби. Короче, никто ничего не предлагает. Да, дядь, у тебя сколько бицепс? Не знаю. Не мерю. 46 мы мерили даже. Что, так разморило меня? Да. Вчера везень молила, я поел, в смысле. Это у тебя еще грим, да, так? Да, вон, смотри, мне гены лезут. Рыжий, вон. Рыжий. Слышишь, я сижу за столом и засыпаю. Моя собака. Прям так. Да? Сколько я вырубалась? Сразу 4? Она вырубалась вообще прямо здесь так. Угу. Это от углеводов, наверное. Нет, стрессов. От стресса постоянно. Стрессов. Кто тебя лапает? Кто кого лапает? Кто кого лапает? Кто меня кто-то лапает?
Может, мы не видим? Может, это фантом? Или сзади. Такой что-то скучный, скучный перископчик у нас, ребят, девчата. Вечер. Почему уже, блин, что-то вырубаемся? Вчера Шпака видел, у него сиськи отпали. Давно уже отпали сиськи у Шпака. Так, я предлагаю, давай ко мне в Германию на фотошутинг. Да, сгущенка, вот видите. Сгущеночка. Что-то наша категория сгущенка. Очень сухая была, вы все жрете. Ребят, мы кушаем буквально вот два дня. У меня есть пару деньков, товарищи, друзьяшки и не друзьяшки. Пару дней, чтобы просто поесть, порадоваться жизни. Вы каждый день кушаете, вы не можете представить себе, что такое счастье в еде. Я на диету сяду вот с завтрашнего дня. Да, скажи, Сереж, затупи за меня. Да, да. Врешь, Дашенька. Тебе пишет, врешь. Крайнюк что-то какой-то, плюс 100-500 пишет. А, врешь, Крайнюк пишет, врешь. Не-не-не. Смотрите меня 16 числа в Пскове. Да, мы будем, на Пскове. Мы будем есть сгущенку. Форма будет ядерная. И мазаться сгущенкой будем. Перед, да, я еще перед выходом. Прикольно сделаю это. О, ребят, давайте так. У меня вопрос есть. Какой лучше... кто видел мою произвольную программу, посмотрите, пожалуйста, если кто не видел. Какую лучше сделать произволку? Красивую, такой вот, как бы, да, там, ну, такую женственную, сексуальную или веселую? Вот какую лучше? Вы посоветуйте, пишите. Это, типа, как мы то и видели. Красивую или веселую? Помните, вы мне показывали? Какой лучше? Красивый или веселый? Нет, либо ту, либо ту. Ну, пишут разные люди, один красивый. Веселый лучше. Веселый. Веселый, красивый. Красиво, красиво, красиво. Красиво, чувак. Как у Гришины позировку. Да, Гришина недалеко. Красиво. Черненькая, симпатичная. Красиво. Короче, больше всего красиво. Хорошо. Меня попросили сделать другую произвольную. Необычную, кто-то пишет. А я обычную и не делаю. Тверк. Что такое тверк? Может, тварь они хотели написать? Нет. Это, ну, тверк, это, наверное, какой-то стиль. Что, Сережа? Стиль танца, а? Что-то? Да, я не знаю, блокирует из кабля. В добром лицо. О май гад, ты мой. Поедай сгущенку. Тверк – это же потряс. О, нет, нет, ты что, совсем что ли? Меня же не будет. Ой. Меня же не будет. Вот вам и мыло. Самый тряс. Мало, но мыло долго держалось. Очень долго. Пресс в студию перископа. Он чистит. Пельменный. Под банкой. Пельменный пресс. После пельмешей, посмотрите, какой. А, какие у меня еще баночки после пельмешей. Баночки, баночки. Задние бедра видно? А, что там такое? Красиво делай произворку. Жир в кубиках. И Серегин теперь, а? Какой жир в кубиках? Чего вы несете? Ой, да, жир в кубиках, на самом деле. Надо еще убрать немного. Да, Сережечка? Сколько? Килограмма 2-3 нам? Да, чтобы он был идеально. Для меня она чемпионка. Мне кажется, так должен быть женский бодибилдинг. Спасибо, Сергей. А не как первое место. Хорош комплекс, и даже парням создавать формы свои. Это детичная сгущенка. Она не откладывается уже. Почему тебя не видно? Друзья, вы знаете, если есть промежуток с 23 до 23-20, у меня тут опять Даша, то... Жир не откладывается. Он скалывается. Жир уходит. Да, он... Я думаю, у меня такая мысль, может, пельмень намазать и сгущенку съесть. Дурацкая. И майонезом. Васаби еще сверху. Отличного вам вечера и приятного ужина. У нас мороженки очень нет, да? Ты хотел мороженку? Можно вот потом сходить ночью. Съесть мороженку? Последний разок. Хочешь мороженку? Ну, пока нет. Ночью захочешь? А вдруг захочу так ночью? Я хочу. Нет, я хочу. Ну, приди мне. Ты же ничего не хочу. Я сегодня как раз смотрела в Инстаграме что-то страницу, покусился этой Кристины Си, и она села в каком-то весу, короче. Ты
Кристина Сейда, ты видишь какая-то? Ну, это вот рейтерша, да, вот эта песня, которую поет. Она четкая? Да. Ниже ни одной дашной произволки выложите, пожалуйста. Я вообще-то приму трансляцию с дашной произволки. Моя произволка есть в видео ВКонтакте у меня. Есть одна моя произволка. Надо пролистать чуть-чуть. Видео 30, наверное. Хотите, я вам выложу видеоролик на стенку у себя? А давай новую волну свою. А новую у меня нет еще. Надо скачать, обрезать. А где она у меня? На Ютубе. Нет. Не, ну вот сейчас, когда они... О, нет, новую не надо. Не надо? Давай ее посмотрим сейчас, кстати. Она же, наверное, есть. А что, клёво? Да ты чего? Ну, посмотрим, как все. Нет, ребята, я там всю произволку испугали на себя. Да мне кажется, нормально там было произвол. Да, ну ты чё? Ну, смотри, как я меня... А Люд, не хочешь посмотреть даже? Посмотреть, конечно, можно поржать, чтобы не стыдно было. Угу. Да? Даша, выложи ВКонтакте. ВКонтакте, Наварская Дарья. Произвол хороший, блаженственный. Да, я знаю, спасибо. В общем-то, за это место, за это третье мне и дали место. Но у вас с правильным питанием. Да. Ребят, мы так питаемся, извините, раз в месяц, а то и раз в 3 месяца, а вы питаетесь так каждый день. Толстые. А бывает, мы питаемся так всего лишь 2 раза в день. Всего лишь 2 раза. Бывает и 3. Бывает 1. Кто нам столько розовых сердечек рисует? Какой-то добрый человек. Это розовый лайки, наверное. Это под розовую футболочку, Даша. Замыслёныш, ты меня смотришь? Замыслёныш? Замыслёныш, привет тебе, если ты будешь смотреть. Ты хочешь в Киргизию? Ты не хочешь. Девчоночка? В Киргизию хочешь, Гарри? Чё ты мои волосы снимаешь? Я бы, на самом деле, в любой город бы, в любую страну съездил, там, по-любому, и что посмотреть. Даже в Сланцах можно на 10 минут что-нибудь посмотреть. Нет, конечно, в любом городе, мне кажется, есть какие-то... А ты Приозерский был? Ну, в России неинтересно. Приозерский? Да. Ну, был там, как мимолет, наверное. А что там Приозерский? Нет, просто интересно. А, ты хотела мне показать, что ты бы туда не уехал, ничего не увидели? Да, потому что мы спать хотели с тобой. Не выспавшие были, полночи пролякали. Мне понравилось в этом. Я ездил когда в Анапу. Там прикольно. Как бы Бравдерсом ездили. Смотри, как Лис смотрит, как Сережа ест бутерброд. Ну, сразу же, смотри, как бутерброд, так он и не боится, Даш. Угу. Ага. Серега, будь мужиком, съешь собаку. Дай шпицу поесть. Кумыса бы выпил. Серега, хорош жрать. Я должен... Друзья, во всех начинаниях я поддерживаю свою Дашеньку. Все, Дашенька сегодня сгущенкой закончила. Да? Если Дашенька готовится к соревнованиям, я тоже стараюсь не есть ничего. Если Дашенька ест сгущенку, я тоже стараюсь не есть. Лис его зовут, лисенок. Все, Сережечка, Дашенька завтра на диету садится. Ура! Ей нельзя будет. Добавляйтесь ко мне. Мне вот эти 2 дня за глаза хватило. Лис, да, правильно. Вот он, Сережа. Углеводов этих сладенького. Это было пельмени, ребенок. Давай. И я хочу. Я хочу, чтобы мама спела эту песню. Ну что, ребятки? Нет, я хочу. Друзьяшки не очень. А также их родители. Все, друзья, всем спокойной ночи. Приятного аппетита. Ложитесь спать. Наслаждайтесь сном. Кому рано вставать. Бенч. Да. Хороших. Короче, все четко. Достаточно ваши пожелания эти. И все, вот вам, чтобы сгущеночной ночи вам так и было. Я покажу банку, а ты покажешь Бикосмо. Бикосмо! Да, толстые пальцы. Толстый мизинец. Толстые пальцы. Что толстый?